Программами Алены Косторной «Ангел и сумерки» восхищались все. Образец катания, прыжок на колоссальной высоте. «Аксель как нож по маслу», комментировала Тарасова. Алена Косторная в 2019-м обошла Загитову и взяла золото во Франции, золото Гран-при в Саппоро. И в 2020-м стала чемпионкой Европы. Он понравился каждому, кто сидит в зале. На каждой тренировке ты откатываешь свою программу 30-31 день. Это то есть 30 прокатов короткой, 30 прокатов произвольной. Почему, если ты уже откатал свою программу 30 раз, то на 31-й ты, там, или 32-й ты должен фигню какую-то сделать? Когда я пришла в группу Этери Тутберидзе, я поняла, все, что было до этого, можно назвать просто детским садом. В этом сезоне каталась под любимую композицию «Сумерки». «В общем, у меня бывают два состояния», — сказала Алена. «Либо я совсем ничего не хочу, либо энергия прет через край». Ну вот, пришло время монетизировать титулы. К сожалению, Тим Тутберидзе в этом не сильны. Можно пойти в фигурный рай, в отдельно взятой академии «Ангелы Плющенко». Ну а Яна Рудсковская уж точно отличная бизнесвумен. Косторная уходит от Тутберидзе. Время обидного без рекламы в карьере Алены завершено. Реклама зубной пасты и титул «Зубная фея». В новом сезоне ждали высший пилотаж, но увидели платье Алены как интернет-мемы про одежду с Алиэкспресс. И старомодный крендель, обрамляющий голову с искусственными заколками. Первый старт и диагноз поставлен. Как быстро кумир падает с пьедестала. Все аплодируют стоя.